Число жертв мощного торнадо в центральных и южных штатах США увеличилось до 31. Более сотни человек получили ранения. Основной удар стихии пришелся на штаты Алабама, Айова, Миссисипи, Оклахома и Теннесси. В результате природных катаклизмов были сорваны крыши домов, перевернутые автомобили, оборванные линии электропередач. Только в одном Миссисипи без света остались около 10 тысяч домов. Спасатели продолжают расчистку завалов. Не исключается, что под обломками могут находиться люди. Для ликвидации последствий ЧС привлекли силы Нацгвардии. Между тем, синоптики предупреждают, что угроза возникновения новых смерчей сохранится еще несколько дней.